Водопьянов. Эта фамилия происходит от прозвища «Водопьян», но прозвище было не обидное, так называли человека, ведущего трезвый образ жизни. Водопьян – это водохлеб, пьющий исключительно воду. Михаил Водопьянов – летчик, участник арктических экспедиций, герой Советского Союза, генерал-майор авиации, член Союза писателей. Он родился в крестьянской семье в 1899 году в окрестностях Липецка. Его карьера летчика началась с конюха на Липецком аэродроме. На лошадях Водопьянов подвозил бензин в бочках к самолетам. И только в 29 лет он сел за штурвал самолета, получив диплом летчика. Михаил Водопьянов перевозил пассажиров, почту в самые отдаленные уголки страны. В 1934 году он вызвался добровольцем для участия в спасении людей, затонувшего ледокола «Челюскин». В тяжелейших условиях, без радиста и штурмана, он вывез с дрейфующей льдины 10 человек. За этот подвиг Михаилу Водопьянову и еще 6 летчикам первым в стране присвоили звание Героев Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны он был одним из первых летчиков, которые бомбили Берлин. Победу он встретил в звании генерала-майора авиации. После войны Михаил Васильевич ушел в отставку и стал писать книги и театральные пьесы. Будучи депутатом Верховного Совета от Липецкого избирательного округа, он добивался выделения средств на оборудование для больниц. Еще при жизни героя в Липецке назвали улицу именем Водопьянова. Сегодня в 9-й средней школе работает единственный в стране музей Михаила Водопьянова.